Сначала его чуть не продали на интернет-аукционе, а теперь неизвестный все же решил его вернуть в правительство Рязанской области. Высшая государственная награда Советского Союза теперь заняла свое место на стеллаже ценных подарков области в коридоре правительства. Орден Ленина сегодня представлен. В памятные дни он будет выставляться в правительстве Рязанской области для всеобщего обозрения, как мы делаем сегодня. И будет храниться в правительстве Рязанской области. Но до конца история ордена Ленина так и осталась непонятной. Кто его выставлял на продажу? Как и при каких обстоятельствах награда исчезла из области? Почему хранилась в частных руках и почему ее вернули инкогнито? На эти вопросы ответа по-прежнему нет. На прошлой неделе орден Ленина вернул в правительство Рязанской области человек, который изъявил желание остаться неизвестным. В правительстве выразили надежду, что вернувший награду человек все же раскроет себя. И в этом случае он даже может претендовать на звание почетного гражданина области. Правда, не исключено, что ему же и придется ответить на все интересующие вопросы. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».